Создание Quantum of Solace. За кулисами с Джуди Денч. Я Крис Суарес, арт-директор игры. Я Алекс Бартолуцци, фотограф команды разработчиков. Создавая игровые персонажи на основе образов реальных актеров, мы заранее представляем, что у нас получится. Мы начинаем со списка фотографий, необходимых для создания идеального образа головы. Важно не пропустить ни одного ракурса. При движении ее лица видны мускулы, которые создают улыбку, гримасы. Поэтому мы используем все эти фотографии Алекса, чтобы самые тонкие детали были отображены без ошибок. Я извиняюсь, но на меня это совсем не похоже. Это совсем не просто. Мы используем самые современные технологии, и нужно все это объяснить актерам, чтобы они понимали, что происходит. Мы начали запись, но внезапно кто-то встал около меня. Я подумала, что они себе позволяют. Они смеются надо мной. Встречи с кем-нибудь уровня Джуди Денч всегда действуют как небольшое потрясение для вашего внутреннего мира. Она просто излучает уверенность. Теперь мы знаем, почему именно она играет роль М. Закулисный рассказ. Киберсканирование. Когда дело доходит до создания игровых персонажей на основе реальных людей, то это очень трудоемкий процесс. Актер садится в кресло, включается лазер, и с его помощью собираются трехмерные данные. Затем мы приносим эти данные к нам в студию, и наши художники начинают работать над моделью, создают карты, нормали и текстуры. Перед вами Дэниел Крейг, а точнее его трехмерный скан высокого разрешения. Большинство персонажей в видеоиграх создаются с применением 3-4 текстур. Мы используем 7 для того, чтобы лицо Бонда выглядело хорошо. Создание персонажей женщин Бонда — это довольно приятное занятие. Вы уже делали это раньше? Мне очень интересно, что из всего этого получится. А вот это мне нравится. Мы сканируем их голову так же, как и у всех других персонажей. У нас уже есть скан Ивы Грин, Камилы и Эм. Это очень забавно. Здорово! Она такая классная. Парни, это просто изумительно, это я. Заявляю официально, это я. Закулисный рассказ на съемочной площадке. Первое, что надо сделать, занимаясь такой игрой, как наша, это сесть и поговорить с людьми, создающими кинофильм. Обсудить сценарий, понять характер персонажей и общий сюжет, который нам предстоит оживить. Мы очень плотно работаем с создателями фильма. Они оказывают нам огромную помощь и поддержку. Без них мы бы не смогли сделать игру такой шикарной, какой она стала сейчас, и какой ей еще предстоит стать. Они 3 раза приглашали нас на съемки «Казино Рояль» и еще 2 раза на съемки «Кванта Милосердия». Всегда классно увидеть съемки Бонда своими глазами. Сегодня мы получим все фотографии, которые были сделаны там, и передадим их нашей команде дизайнеров, чтобы они начали работать. В этот раз достоверность очень важна для нашего проекта, и мы хотим сделать все абсолютно правильно. Я считаю, что мне очень повезло. Это моя первая игра по фильму, и мы получаем такую поддержку от его создателей. Они делают все, что от них требуется, чтобы мы могли успешно завершить работу над этой игрой. Игра выходит в ноябре 2008-го.